Всем привет! Мы к бабуле сюда приехали. А число у нас 18-е, да, сентября. Постучите. Хотим пойти посмотреть, что там с тыквой. Если уже там хвостики сухие, то собрать сколько сможем. Так. Откуда силы? Бабулечка, молодец. Все поубирала. Так, ну что, тыквы. Ох, а это, ну надо тебе вообще такое. Ой, ну надо ты. Да я не знаю, такая привычка мне стукать по ним. Вот сухая. Размер какой. Вот сухой, я вижу один, видишь? А так все еще зеленый. И ну, это и на бодыля, смотри. Вот эту рядом тоже снимай, па. Смотри, бодыля сухое. Уже ей нечем питаться. Все уже... Сейчас посмотрим. Я думаю, тут уже все. Ну, есть еще, конечно, зеленоватое. Ну, ничего. Главное, вот эти хвостики, да. Ого, вот зеленый такой хвостик. Так, ну, добрый. Сбираем. Вот сухое бодыля. Уже с него не будет. На, пусть не посмотри, вот так лучше возьми, чтобы хвост не обломался. Вот сухой хвост. Это мокрый. Держи, зай. Вот этот сухой, да, давай. Бросай. Зай, ну я вижу, что там мокрое. Ну, бодыля все равно сухое, ему уже не брать питание. Вот то с хвостика оно и так сойдет туда и все. Ну, у Наташки совсем другие будут хвосты. О том, что еще оно питается. Тут еще попитается. Смотри, есть листья, зеленая везде ботва. Да. Зеленый этот, вот это да. Вот это тоже да. Тут разные гитары и обычные. Так тут еще, вот смотри, куча зеленых тогда получается. Да. Вот этот еще можно. Это как ну, начнет. Вот можно курям отдать, смотри. Колодца. Смотри, да, бодыля там уже высохла. Вот, не знаю, вот я оторвал, оно еще, мол, зеленое. Совсем не тяжеленькое. А сейчас нагрузим, потянешь, не тяжеленькое. Все, курям. Это курям сгнил. Ой. Еще вот так шмальнул. Как? Покажи. Так. Что, сейчас лизу. Спасибо. На еще. Апельсин. Ловили, скажи. Ест. Слушай, а что мне не попало? Вот еще апельсин. Остальные еще зеленые. Держи. А если разобьется, ничего? Ничего. Она же пальцы тебе не переломала. Еще поесть. Лизка, еще есть апельсин тебе. Погоди. Лизки есть тебе, так. Есть папе. Лизки бросай так снизу. Апельсины не бьются. Ну и как бы да, зеленая еще ботва. Нехай еще лежат. Пойдете посмотрите. Да. Ура, да, действительно зеленая ботва. Покажи, покажи. Ну,
тут даже уже такой более. О, Лизка, она еще курям. Лизон. Ой, а вот, смотри, смотри, совсем сухая. Давай, давай, давай. Вот я как бы подняла. И вон сухарь, я вижу. Сейчас еще дам. Ну, это зеленые. Эти два прямо. Ой. Сухарь. Сухарь. Ого, какой. Ай, вон сухарь, Лиза, держи. Не доделаешь. На, вот смотри еще. Желтый. Ой, есть еще сухой. Ну, уже там все полное, надо тогда уже вывозить. Ну вывозите, я оборву. Тишина, и тебе не говорят, да? Наверное, ремонт или что они его помогут. Да, Свет? Ну, получается, 8 часов уже нет, да? На, смотри. Я тебе до дома приеду. На, Лизка, догоняй папу. Такой уровень здесь ветерок прохладно. Собрали. Смотри, какой хороший. Дыни. Курочки, курята и шумахер. Во. Как ты думаешь, куда нам это? Может, смотрите, там... Сюда, любой вон, они в коридор. О, там некуда, девки, честное слово, некуда. Может, на лестнице. Может, тут сюда, в курятнике сбоку? Только нет, чуть-чуть курятники не годится. Все, они сразу сдохнут. Ну, Наташка вот это выложила у себя на улице. Я же у нее спросил, где ты их будешь? Она говорит, ты тут будет лежать. Пока я их не заберу на соки, а будут лежать. А чуть-чуть морозец, еще раз тебе говорю. Все, все пропало. Да, у нас в летней кухне. Раз, все. Чуть-чуть подмерзли, все сдохли. Та же летняя кухня, я же тебе объяснил. Так, вы вам наговорите, куда, какие вам нести. Тут, в принципе, много и нести не надо. Тут вот это куря, малышня. В зал. Что делать, я и сама не знаю, что делать. В зал надо куда... давайте нести. Некуда. Вы же будете кушать, готовить. Будем отсюда нести, если можно. Даш, возьми. Ой, я всегда говорила, мне всегда тесно. Тесно. Ну прямо там под стенку где-то сложим немного. Да где под стенку? Ну пойди, да сейчас. Это еще темно. Давай на ступени, пока они все равно не ходим. На ступеньки положим. Ну только так, с бочка. Да, сбоку, да. Чтобы я там мог проходить. Правильно. И все дела. Это мы смеемся. А это настоящее богатство. Это прям тут. Она думает, что тяжелый номер. Ну, для меня так и то, и так, и это не так. Конечно, все проблемы не поедем. Ну потихонечку и покушайте. В нем столько витаминов. Если туда еще добавить лук, изюм, мед. Ну, да, так прикупите. Изюм. Не доешься. Изюм можем это купить, привезем. Давайте добавлять.
А тут мед натуральный можно купить? Да. А везде только натуральные продаются. Скажите, где вы берете молоко? Там есть масло, нет? Нет, они масло не делают. Я у него спрашивал. Не делают, да? А сметана есть натуральная? Есть. Есть, да? Да. Где показывайте, я их сложу, чтобы вы вот так, не надо, Любова, не надо им чистить. Покидайте, они повыклевывают и все. Порезать они выклевывают. Да я уже и так режу. Все так, потому что я тут натолкусь на этом огороде, уже сил нету резать. Я им и так даю, а потом собираю, забрасываю. За углом возле этой, да? Розы у Любовь Ивановны просто прекрасные. Вот такие вот темно-красные, алые розы. Пахнут очень вкусно. Прям очень. Пахнет очень вкусно.